Двери частной школы английского языка открыты для всех. Здесь обучаются и дети, и взрослые. Основные клиенты – пилоты, диспетчеры и другой персонал аэропортов и авиакомпаний. Обучение в школе круглогодичное. С детьми работают в игровой форме. Предусмотрены групповые, парные и индивидуальные занятия. Занимаемся мы с середины лета. Да, успехи есть. Мы занимаемся индивидуальными занятиями. И письмо, и чтение. Ну и произношение, да. Ну, нравится нам, да. Он довольный приходит. Основательницей масштабного проекта стала Анна Киященко, работающая ранее репетитором. С 2012 года она активно развивала свое дело. Открыла школу, участвовала в конкурсах и форумах, а в прошлом году выиграла первый крупный грант для социальных предпринимателей – 500 тысяч рублей. И в том году мы первый раз получили грант для социальных предпринимателей. Благодаря этому мы возобновили наше направление для дошкольников, запустили направление для пенсионеров и взяли несколько деток с особенностями развития на обучение английскому языку. И то есть мы их не отделяем, детей мы не разделяем, то есть у нас все вместе обучаются. И в этом году я тоже собираюсь подавать на грант для того, чтобы открыть второй филиал в Бурьяновске. Средства гранта позволили Анне Киященко не только расширить направление обучения, но и сохранить арендуемую площадь, заняться продвижением школы и оплатить услуги. Как реализован грант, проинспектировал Николай Зонтов, министр экономического развития и промышленности Ульяновской области. Ведь субсидии бизнесмены получают по НАС-проекту «Малое и среднее предпринимательство» и «Поддержка предпринимательской инициативы». На сегодняшний день мы имеем в своем резерве 42 тысячи предпринимателей. Это индивидуальные предприниматели, юридические лица. Отрадно отметить, что 1 августа у нас зарегистрировано 50-тысячный самозанятый гражданин на территории Ульяновской области. В настоящее время в Министерстве экономического развития и промышленности принимают документы на предоставление грантов для молодых предпринимателей в форме субсидий из областного бюджета. Подать заявку можно будет до 5 сентября владельцам малого и среднего бизнеса в возрасте до 25 лет включительно. Юлия Руднева, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.